Странный народ у нас живет, потому что чуть только потеплело на улице, люди уже ходят в шортах, в шлепанцах. Девочку видела вообще в летнем комбинезоне. У меня еще много весенних вещей, которые я не надевала. Давайте остановимся, да, с раздеванием. Идем на квартиру, где нам делают ремонт. У нас детский садик такой веселенький, а площадка. Помаши рукой. О, привет! Да! Ура! Станешь звездой! Ура! Дом очень большой, 19 этажей, мы живем на 17-м. Уже однажды сломался лифт, и мы поднимались пешком. Это было ужасно просто. Ничего, попа всегда будет как орех. Та-дам! Вот у нас уже почти закончившийся ремонт. Наш холодосик. Сразу покажу вид из окна, потому что вид у нас клевый. Это церковь, недавно ее построили. Видно весь город, видно озеро, церковь. Здесь потрясающие закаты. И видно соседей. Помашите рукой. Я хочу показать вам вот это. Не это. Вот это моя гордость просто. Это я выбрала эту плитку, я выбирала пэтчворк, я очень хотела пэтчворк, и в итоге мы остановились на этой плитке. Она нереально классная, она оказалась керамогранит, ее еле просверлили, чтобы повесить кухню и все вот эти вот приблуды, но мне она очень нравится. Она смотрится круто, ярко, я хотела белую кухню, и, собственно, посмотрите, как здорово она смотрится вместе с белой кухней, с черной столешницей. Вот наш пол, я тоже сделала такой коврик на полу, и вот эта серая плитка, типа под дерево она очень дешевая, керамомарация русская, но смотрится классно. Рома был категорически против белой кухни, но я настояла, и в итоге мы все очень довольны. Пленочку еще не снимали, ну, что такое, что? Остальное все стандартно, здесь будет холодильник. У нас наша ванная, просто микрованна. Ключ автомат. Рома гордится очень автоматами. Наша ванная. Это очень маленькая ванная. Я очень переживала, как что делать. Мы не стали делать именно ванную. А мы делали только душ. Еще привезут вот эти вот... Как вам сейчас стоит? Как они называются? Стекла, стену. И та-дам! Наш прекрасный гардероб мы сделали 1,20 м в ширину и поставили икеевский гардероб. Здесь я прям жду не дождусь, когда начну уже складывать. Не стали сильно заморачиваться, просто полки, рейки, вот такие вот полочки. Ну, ничего такого сверхъестественного. Как вы могли заметить, я полюбила серый цвет. Потрясающий серый цвет. Кстати, сейчас вам подскажу по поводу краски. Вот такая вот она у нас красочка. Блин, у нас столько много осталось. Валспар называется. Валспар. Короче, это американская краска, и лучше краску в Россию не завозят. То есть это самая классная краска, с ней ничего не случится. И у них я... Кто? Ну что это за... Три пальца вот здесь, вот три пальца. Ну что... Мои USA должна мыться. Пряничек съешь. Не хочу пряничек. Короче, нету лучшей краски в России. Американская. Американская считается самая хорошая. Что еще? Квартирка маленькая. У нас где-то 42 квадрата, но в принципе это считается, что нормально для однушки. Кстати, вот это зеркало. Будет у меня стоять макияжное. На моем макияжном месте, конечно, жду не дождусь я, чтобы показать вам весь рум-тур, когда все уже сделают. Так круто, что получается именно то, что я хотела, и то, что я желала, периодами то, что Рома хотел. Ну, не всегда получается делать так, как он хочет. В большей части так, как я хочу. Нам нужна синяя мыльница. Но синих что-то немного. То есть вообще нету. Ну, есть такая, но это голубая. Ну, это какой-то цвет морской волны. Но она же не синяя. Короче, идем смотреть полочки для душа. Такая, наверное. Пить могу, когда придем что-то выбирать, Роме кто-то позвонит, и все, он ходит, он ничего не выбирает. Я стою одна, думаю, что нам взять, что нам не взять. Как дурочка какая-то. Вернется ко мне когда-нибудь или нет?
Очень нам нравится вот такая вот бадья под воду с лимоном. Учитывая, что мы много воды пьем, наверное, купим все-таки. Такие мне подарили. Как бы его тут поставить? Вот с такими баночками. Ну, кувшин так себе. Ну, это классно, сейчас так модно. Стоит он, на самом деле, не так дорого. 1590. Так что можно будет взять. Ну что, будем такие брать, чтобы молоко там переливать или что-нибудь? Да? А, ну, жалко, с коровами такие. Нет. А, вон, смотри, с коровами. О, вообще идеально. Кайф. Чем такие штуки хотим? Чтобы коктейли делать. Мне больше такие нравятся, которые... Ну да, они... Да. Еще мне очень нравятся зеркала, но у нас негде, в принципе, их там ставить. А есть сайт Liqui, где зеркала просто нереальные. Но у меня жалко, ничего не предполагает. Ой, сейчас я, по-моему, какое-нибудь зеркало загремит. Вот, я еще очень хочу делать новую рубрику на канале. Хочу делать всякие кулинарные видео. Ну, что-нибудь такое модненькое, стильное. Например, детокс-диеты. Там я смузи в последнее время иногда пью. Ну, когда просто детокс, там, денечек-два. То есть рассказать про это. Так круто, что будет место, где все так, как я хочу, и все красиво. Крутая же у меня кухня. Ну, классная, просто клевая. Мы люстры уже купили. Еще у нас закрытый город, военный. И чтобы кто-то к нам приехал, нам надо заказать пропуск. Всегда. И пропуск может быть заказан только на человека с российским паспортом. Все-таки бумажки надо заполнять. И у доставки чаще всего грузчики не русские. И мы уже так вот с Икеей попали. Кстати, только в Икеи грузчики не русские. Сейчас к нам приезжает доставка, и опять Икея. И угадайте, какие паспорта у грузчиков. И поэтому мы будем заказывать пропуск только на водителя. И грузчики будут сидеть, будут на КПП ждать. Без бумажки я никто. А город у нас важный, очень какой-то такой секретный. У нас очень мало иностранной рабочей силы. Хотя, кого я обманываю? Спасибо. Мы те еще, конечно, бюрократы, мы забыли ручку. Я подошла, попросила у женщины, которая уже закончила писать, говорю, ой, вы не угасите, пожалуйста, ручкой, а то вот мы забыли. Она такая, нет. И с таким лицом, я говорю, нет, даже не поняла. Она такая, нет, и ушла. Думаю, что за народ стал такой, а? Мерзкий. Так что как-то неприятно стало, вот прям все настроение испортило. Гадина.